Меня зовут Елена Левенцова, мой творческий псевдоним Тина Ливенс. Я хочу представить вашему вниманию свою работу «Душа природы». Писала я ее с огромным желанием показать подлинную красоту и чистоту мира природы. Именно он наполняет человека светом, радостью и энергией самой жизни, вызывает яркие, незабываемые эмоции. Это то, что сегодня так не хватает людям в нашем неспокойном мире. Я не имею профессионального художественного образования, а всю свою жизнь занималась просвещением детей и взрослых, руководила компаниями, занималась разработкой и реализацией проектов по экологии в России. Я с детства мечтала рисовать, но никогда этого не делала. И вот полтора года назад впервые взяла кисть в руки и начала сама создавать картины. Сегодня это стало потребностью души и совершенно новым этапом моей жизни. Приглашаю вас ближе познакомиться с моим творчеством.